Новая школа носит название имени писателя, государственного и общественного деятеля Абиша Кекелбаева. В его же честь была открыта мемориальная доска на стене учебного заведения. Торжественное мероприятие состоялось традиционно на крыльце школы, руководство области и города, а также почетные жители Актобе и родственники писателя смогли рассказать о нем подрастающему поколению. Таких писателей очень мало в прошлом веке и в этом веке, потому что Абиш Кекелбаев, он был действительно классиком литературы. Он очень хорошо знал историю Казахстана, историю казахов. Он не только в Западном Казахстане. Вот я свидетель, когда он бывал на Востоке, в Южном Казахстане, он каждую колочку, каждый бугор, каждую гору, везде все он знал. Об этом свидетельствует его произведение. Школа-лицей обошлась бюджету в 1 миллиард 600 миллионов тенге. Классы здесь оборудованы интерактивными досками и LED-телевизорами. Имеются 4 компьютерных класса с ноутбуками, медиатека, 2 спортзала и ультрасовременная столовая на 300 мест. Данная школа рассчитана на 900 учебных мест. На сегодняшний день набрано порядка 600 заявлений от родителей. Планируем обучение в одну смену. Во вторую смену мы планируем проводить кружковую работу и сотрудничать с внешкольными организациями города, чтобы открыть здесь филиалы. Пока на обучение в школу подали заявки около 600 учеников, но количество желающих обучиться в новом IT-лицее неуклонно растет. Здесь смогут обучаться дети из районов Авиагородок, Юнисити, Сельмаш и Авиатор. Это позволит разгрузить переполненные учебные заведения этих районов, часть из которых до сих пор вынуждены заниматься в 3 смены 6 дней в неделю из-за переизбытка учащихся. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».